Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 30 января, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к евреям. Глава 13, стихи 17 по 21. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет. Чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле и к исполнению воли Его, производя вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня 30 января, четверг, и сегодня, в этот день, Церковь чтит память великого преподобного Антония Великого, одного из родоначальников монашеской традиции. И, конечно же, здесь можно было бы порассуждать о том, что до преподобного Антония и до подобных ему, ведь не было такой традиции монашества, и христианство существовало вне этой традиции. Но вот мы видим, что Дух Святой и умение и желание жить в Духе, желание жить в присутствии Божьем и видя те патологии, которые стали возникать в церкви, когда она стала свободной внешне, перестала быть гонимой, и в нее влились, к сожалению, лишние люди, люди, которые пришли туда не за Христом, а за чем-то другим. Вот такое положение вещей заставило таких, как Антоний, преподобный Антоний Великий, уйти из мира, ища жизни в Духе. Так родилось монашество. Родилось как желание и стремление идти за Богом, неважно, в пустыню или куда-то еще. Мы можем говорить об этом, но перед нами лежит текст. Текст послания апостола Павла к евреям. И здесь говорится о наставниках, о повиновении наставникам. И зачастую этот текст читается в дни памяти и преподобных, и святителей, то есть людей, просиявших в епископском, архиерейском сане. Но очень важно, что сегодняшний текст говорит о двух вещах, о двух неотъемлемых частях духовной жизни христианина. Это не горделивое стремление самосовершенствования каким угодно способом, а четкое движение в русле отцов, в русле святоотеческой традиции, предания, которое Церковь старается бережно хранить. Но хранить — это значит не просто хранить в библиотеках фолианты древних рукописей, а хранить значит исполнять. И по мере силы возможностей исторических реалий Церковь старается следовать пути отцов. И этот путь не прекращается. В церкви всегда присутствуют святые отцы в той или иной степени. Эра отцов не закончилась. Итак, первое – это повиновение наставникам, на чем твердо стоит православная церковь, именно смирение и кротость, исследование в русле традиции. Да, традиция, она на самом деле очень широка, и мы, к сожалению или к счастью, не знаем всей полноты этой традиции. И традиция, она не зажата, это действительно широкая река, широкая волна, где мы плывем на лодки своей поместной церкви, и мы не можем объять всю традицию.
различные традиции существуют, но, по крайней мере, если мы плывем в этой лодке, то на этой лодке должна быть чистота и порядок. Не должно быть никакого раздрая, должна быть некая дисциплина. Хотя и перетягивать гайки тоже нельзя, иначе реи перенапрягутся и паруса упадут, и мы вообще никуда не сможем плыть долгое время, пока не проведем необходимый ремонт. Но так или иначе должен быть порядок на этом корабле. Второе, о чем говорится в этом послании, это о том, что невозможно достичь цели, просто повинуясь наставникам. Ведь самый наш главный наставник – это Господь Иисус Христос. Именно в контексте нашей веры в Иисуса Христа и в контексте нашей жизни около Господа Иисуса Христа, в Его теле, в присутствии Духа Святого, только в таком случае опыт жизни вот в этом векторе отцов принесет нам пользу и плоды. Как раз таки говорится, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, то есть Господа Иисуса Христа, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле. Итак, наше повиновение отцам, наше повиновение традиции будет действенно только в том случае, если в этом принимает участие Господь. А это только таинство Церкви, это только жизнь Церкви, около евхаристической чаши, церковной чаши, около таинства Евхаристии, которое нас усовершенствует, омывает наши грехи и усовершенствует нас во всяком добром деле, как и сказано, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Это именно то, что позволило именно жизнь около чаши евхаристической, жизнь в литургии, жизнь в стремлении познать волю Божию, позволило преподобному Антонию сделать этот шаг. Именно Дух Святой его направил, а преподобный Антоний был готов к этому, но именно в контексте того, что он жил в стремлении познать волю Божию, и эта воля Божия направила его в пустыню. И таким образом зародилось монашество. Поэтому невозможно простое следование только лишь отцам без главной цели и без веры, без Господа Иисуса Христа ничего не получится, потому что только в контексте веры, в контексте нашей жизни в Завете. А ведь что такое жизнь в Завете? Ведь мы с вами все участниками Нового Завета. Мы все с вами участники того Завета, который заключил Бог через Господа нашего Иисуса Христа со всем человечеством. Мы входим в эти отношения через крещение, но мы всякий раз должны актуализировать и жить в присутствии Божьем. Всегда быть готовы приступить к чаше и освящаться через нее в контексте конкретной моей общины. Если это монастырь, то монастырская община. Если это приход, то приходская община. И мы должны все вместе совершенствоваться, работая над собой, следуя по тому вектору, который определили нам святые отцы через опытное предстояние в присутствии Божьем. Иного пути у нас нет. Поэтому будем следовать Ему, будем следовать преданию Церкви и будем молиться. И помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господь.